Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Суко. Это город-курорт Анапа, и мы находимся в горном кластере. Для многих, наверное, будет откровением, что в Анапе есть возможность отдыхать в горах. Но такая возможность есть. Рядышком с нами находится заповедник. Вокруг нас можжевельник. На территории данного отеля имеются можжевельники и разнообразные растения, которые наполняют и делают наш экопарк утрич таким привлекательным для животных. На территории можно встретить красноухую черепаху Никольского. Встречаются еноты, кролики и пролетают фазаны. Сейчас мы находимся возле бассейна. Давайте я вам расскажу про это место. Поспевают яблочки, красотища. Итак, начинается все с приезда. У вас здесь есть парковка. Поставили, она входит в стоимость. Поставили свою машину, она входит в стоимость. Не переживайте, все под наблюдением. С левой стороны есть парковка для велосипедов. Есть и те, кто приезжает на такой вот эко-отдых на велосипеде. Территория озеленяется, то есть вот это все зарастет деревьями, будет в дальнейшем еще круче. Ну и даже сейчас, я еще раз говорю, здесь есть свой собственный лес, я вам покажу его. Очень много роз и высажено фруктовых деревьев. По территории сделаны дорожки домиком. Корпуса жилых здесь всего лишь два. Первый и второй. Территория полностью закрыта. Сейчас отель загружен на 80%. Я вам специально говорю, так сказать, негромко, чтобы слышали всю атмосферу. Мы слышим цикады, как поют птички. Здесь произрастает помимо роз еще лаванда. Территория великолепная. Тут находится на первом этаже столовая, ресепшн, и на втором этаже зона отдыха. Туда мы тоже подвинемся. Там будет великолепно. Поворачиваем голову направо, еще больше удивляемся. Здесь есть на территории скамеечки, на которых вы можете посидеть, порелаксировать. В районе столовой играет такая расслабляющая музыка. Я когда пришел, сегодня такой тяжелый день, немножко прям мне сначала территория вырвала, а потом пошли на шведский стол покушать, и я прям расслабился, получил удовольствие. Смотрите, пчелки опыляют. Какая красота просто. Наверное, сердцем этого отеля можно назвать спа-зону, хотя для меня, наверное, все-таки это вид на горы. Потому что не везде в отелях есть такое. Очень удобные лежаки. Можно поставить себе зонтик, если вам надо. Можно просто загорать под солнечными лучами. Даже сейчас на закате на бассейн поднимают. Вот ласточки, ребята, пьют из бассейна. Вообще просто огонь. Посмотрите, какая водичка. И сам бассейн очень нестандартный. Он с подсветкой. Работает фильтрация. Очень-очень красиво смотрится. Я честно скажу, буду хвалить, потому что я в восторге вообще от всего наполнения этого гостевого дома. Здесь у нас спа. Мы заходим, с левой стороны женская комната, с правой стороны мужская. Здесь после бани можно отдохнуть на таких вот очень удобных лежачках. Баня входит в стоимость. Отдельно оплачивать ее не надо. Также можно будет насладиться чаем. Термопод здесь есть. Также имеется массажный кабинет. Приезжает мастер массажа, делает вам массаж, но это за отдельную плату. Представьте, тоже кошки поднять на закате, как здесь будет круто. Есть раковина здесь и очень красивое оформление. Вы можете, я думаю, сами уже отметить везде. Такие вот ставочки, которые вызывают только радости, расслабления. И практически везде панорамное освещение, друзья. То есть очень светло, очень комфортно для глаз. Также зона парилки. Здесь в весенний период включается вот такая вот бочка или ванная, можно назвать. С левой стороны есть инфракрасная сауна. Далее проходим. Здесь душевая зона находится. И самое интересное, я такого еще честно не видел, это нефритовая сауна. Говорят, что она очень расслабляет, после моря приехать, окунуться. Она большая парилка, поместится все желающие, а потом в бассейнчик. Вот так вот выглядит нефрит. Сюда подливается водичка, через него проходит, он как парогенератор работает. Очень круто. Ну вот эти вставочки. Фотографии. Великолепно же. Мужская комната, как выглядит. Это санузел, туалет, тут же фен, зеркало. То есть все принадлежности, которые вам только нужны. Ну, это сам санузел. Баня, кстати, не электрическая, а топится дровами, друзья мои. Ну, в общем, очень такой ароматный воздух, наполненный можжевельниками, потому что они здесь, вокруг нас, все горы в них. И считается, что можжевельники – это самое полезное и обеззараживающее растение в мире. Вокруг него не существует никаких микробов, оно все убивает. То есть вы сюда приезжаете, действительно, дышите и морским воздухом, и можжевеловым, и оздоравливаетесь. Вот таких вот мест надо делать у нас побольше,
чтобы люди приезжали действительно оздоровиться на курорты. От зоны бассейна мы спустимся сюда вниз и покажу вам еще одну очень крутую зону, которую можете воспользоваться абсолютно бесплатно. Ну, вдруг вы любитель шашлычка. У вас есть великолепный такой вот камин, мангал. Здесь можно приготовить что-то в казане. Имеется русская печь и сама мангальная зона. Друзья, вот здесь разделочные места. То есть можно порезать овощи, фрукты и разделать мясо. Ну и, конечно же, зона для помывки. Вечером здесь включается освещение и даже имеется холодильник, ребята, чтобы охладить напитки. Вот просто вдумайтесь, это все бесплатно, пришли, отдыхайте на такой территории. При этом ваши дети где-то чем-то занимаются здесь же, спокойно, потому что рядышком находятся детские площадки. Ни разу не делал такой обзор, где вот так вот все красиво собрано, где есть очень много разных активностей, в том числе и для детей. Видно, что это детище, которое делает, знаете, такой великой любовью и старались как можно больше вложить труда, чтобы вы смогли это оценить и приезжать сюда постоянно на отдых. Есть по территории такие подсветочки, то есть вечером не наступает полная тьма, а можете также прогуливаться по территории. Также то там, то здесь встречаются беседки вот такого плана. Бывают они среди леса, сейчас покажу дальше. То есть стол посередине, пришли с близкими, сели, там чай, кофе выпили. Для любителей заниматься спортом есть вот такая вот зона для занятия спортом на свежем воздухе. То есть площадка для воркаута, разнообразные тренажеры. Пришли, позанимались от души. С левой стороны для тех, кто любит шахматы, друзья. Такого я, честно, вообще нигде не видел. Раньше, только, наверное, в советское время, где-то можно поиграть большие шахматы. Далее по территории можно пройти либо туда, либо в лес, куда я вас и приглашаю. Представьте просто, как люди любят свое детище. У нас Витязева нету, вот я люблю Витязева, а здесь есть я люблю Лоза Хутор, фитокурорт. Фитокурорт как раз-таки из-за всех фитонцидов, которые здесь находятся. Мы заходим в лес, здесь тоже имеется подсветка. Туда дальше есть забор, который его огораживает. Люди пришли и думают, зачем мы будем уничтожать лес? Оставим на территории беседка со светом. Пришли и отдыхаете в тенечке. Слушаете только пение птиц и всю эту красоту. Вот такие вот эко-дорожки. Ведь вот здесь можно пойти чуть-чуть прогуляться по лесу. Вдруг не хотите сидеть в лесу, вот вам еще вот такой вариант беседки. То есть, сказав, что территория очень зеленая, я вам совершенно не соврал. Я, конечно, представляю, что будет, когда еще и там деревья повырастают, это все утонет вообще в зелени. Даже сейчас отель со своим лесом. Звучит. Сейчас мы поднимаемся с вами на еще одну общую зону. Это площадка с панорамным видом. Надеюсь, вы готовы увидеть то, что я вам покажу. То есть здесь есть и санузел, если вам вдруг понадобится, чтобы не ходить туда-сюда. Фантастика, ребята. Вот это место называется Совиная щель. Это экотропа, куда можно сходить с сотрудниками заповедника. То есть вокруг нас горы, горы, пение цикад и невероятный закат. Ребята, здесь проводятся иногда активности, по ним уточняйте у хозяев, что когда происходит. Также есть кинотеатр, после захода солнышка можно посмотреть либо какие-то фильмы, то, о чем попросите. Я не знаю, как это вам прокомментировать. Наверное, это лучшее место для отдыха, которое я снимал за последнее время, в плане того, что здесь действительно, вы и оздоровитесь, и отдохнете, просто находясь в этом месте и слушая природу. Как вам территория? Пишите обязательно в комментарии. Теперь осталось нам посмотреть, как здесь происходит питание. Питание – это ужин. Там первый блюд мы не увидим с вами, но я могу уже сказать, что было очень вкусно. Чтобы вы видели, что действительно баня на дровах. Вот так вот сделано красиво, горит огонь. Великолепно. Сейчас мы с вами посмотрим линию шведской раздачи. Ужин. Здесь можно покушать на улице. Тоже с великолепным видом на горы, свежим воздухом, наполненным фитонцидами можжевельника. Есть такие вот барные стульчики. Смотрите, какая красота. Птички поют. Великолепно. Сама линия шведской раздачи находится внутри. Здесь также есть столики для вашего удобного времяпровождения на каждый номер. Всем всего хватает.
мягкие кресла. То есть очень нестандартное наполнение. Это вот именно зал питания, в котором вы будете есть. Я, в принципе, на кухне бываю часто, и вот такое не часто встречается. Какие красивые картины. И тут действительно вечером будет закат. Вы видите уже, как окрашивается комната желтыми красками. Так вкуснее есть просто. И сама шведская линия находится вот такой стеночкой справа. Есть набор принадлежностей для еды. Хлебушек, напитки, водичка и по блюдам. Друзья, аромат стоит здесь просто восхитительный. Они обычно закрыты, просто приоткрыли, чтобы показать, как это выглядит. То есть фрукты, есть мясо. Есть овощи припущенные, макароны с помидорками, куриная грудка. Здесь у нас котлеты и курица, тефтель, наверное. Здесь картошка с беконом жареным. Вот это вообще не умеешь, прям слюни текут. Хочется попробовать. Здесь яйца с майонезом, зеленью, разнообразные соленья и свежие овощи. Есть куда повесить ваши вещи, зеркало, и там находится санузел. Приятного аппетита тем, кто будет отдыхать. Дегустировать. Печень, тефтельку, картошку. Все это происходит с таким великолепным видом. Блин, вот это залипательно на самом деле. Люди, кстати, уже приходят потихонечку. Зал наполняется. Самый лучший показатель и отзыв – это пустая тарелочка. Повар здесь работает великолепный. Я попробовал все те блюда, которые у меня были, и ни одно у меня не вызвало там каких-то сомнений. Печень была просто восхитительная. Готов ее прям килограммами есть, такой вкусная. Картошечка с беконом. Я давно картошечки такой не ел вкусно. Очень вкусно. Говорят, еще очень вкусную выпечку делают. Так что, если будете тут отдыхать или отдыхали, напишите ваш отзыв, пожалуйста, о еде. Я, знаете, вот сижу такой, не сразу понял, что вот есть тут такое музыкальное сопровождение. Оно незримо присутствует, и тебе это такое, знаете, расслабляет. Прям. То есть сидишь, смотришь в окошко, красивый вид заката. Фантастика. Заезд всегда начинается с регистрации. Мы идем с вами на ресепшн. На ресепшене есть такой диванчик, очень красивое оформление, есть сплит-система, а также телевизор для ваших детей, чтобы они не отвлекали вас. Друзья, добрый день. Очень рады будем видеть каждого из вас в гостях здесь у нас в Лазахутер. Приезжайте, наслаждайтесь этой атмосферой, вот этим воздухом, вот этим великолепием заповедной природы. Мы будем очень рады. И запитывайте свои энергетические батарейки на целый год. Приезжайте. Друзья, мы посмотрим с вами один из номеров. Они все здесь идентичны. У каждого есть такая терраса, на которой расположена мебель, два кресла и столик. И сам номер выглядит вот так. Это прихожая. С правой стороны место, куда повесить вещи, поставить обувь и вещи. Есть место для хранения. В нем одеялко, подушка, сейф, наборы полотенцев. Также есть сушилка, гладилка, плечики. В левую сторону у нас находится сам номер. Здесь двухспальная кровать. Есть дополнительное место, как кресло. Чайная станция. Это набор посуды и чайник. Просто так в одном слове звучит интереснее. Есть телевизор, есть зеркало со столиком. Телефон свой, бра, очень красивая картина в тематику этого места, так как лоза виноградная, панорамное остекление, сплит-система. В столе находится холодильник. Также есть телефон для связи с ресепшеном. А также санузел как эталон, унитаз, полотенцесушитель, душевая кабинка. Также есть раковина, зеркало, фен. Правда, очень классно смотрится, наполнение номеров, все очень красиво сделано для вашего удобства и комфортного здесь нахождения. Прям какой-то релакс испытываешь, я говорю, особенно со всеми стрессами, которые происходят. Ты сегодня приехал сюда, расслабился и уезжать никуда с этой территории не хочется. Стоимость проживания на сегодняшний день, друзья, за троих человек с питанием трехразовым будет 6000 рублей. Высокий сезон, ценник будет чуть-чуть подниматься. Уточняйте все напрямую у хозяев. Номера предоставлены вам. Осталось рассказать вам про пляж. То есть добираетесь вы туда, если на машине приезжаете, можете сами. Но здесь, на вот этом комфортабельном автобусике, вас возят два раза в день. Утром и вечером. Вы можете либо на пляж Суко куда там выберете, либо на Большую Трищ. Мы сейчас с вами поедем, посмотрим пляж Суко, как он выглядит. Чтобы вы знали, это лучший галечный пляж, на который уезжают все анапчане, когда
у нас начинает там цвести море, потому что в Суко оно всегда кристально чистое. От ворот до самого пляжа Суко 5 километров. Это максимум 10 минут езды на машине. Я, знаете, вот вам все рассказываю, про все рассказываю, забыл, тут же рядом еще Кипарисовое озеро есть. Это одно из лучших мест притяжения в Анапе. Там тоже очень много можжевельника, есть наши самые красивейшие деревья кипарисы. И я вам тоже советую посещение. Тут буквально все это в шаговой доступности. Все такое терем, там развлечения разнообразные, дискотеки, есть куча всяких магазинчиков в Суко. Там сетевые находятся, пятерочки, все остальное. Но подвозят вас еще гораздо ближе. Очень много разнообразных точек с фруктами и овощами. Здесь, видите, хорошо, что ценнички подписаны. Есть свой парк развлечений для детей с аттракциончиками, шашлыки, шаурма. Друзья, ну, все, что вашей душе только надо. Если вдруг захотите поесть еще где-либо, я вам могу посоветовать вот старый хутор. Много раз тестировал еду, всегда было все очень вкусно. Кстати, есть фудкорт, которого у нас много больше нигде нет. Своеобразные блюда, очень прикольно. В общем, сюда вас привезла машинка, и вам пройти всего лишь по прямой до пляжика. Это очень близко, ребятки. Хотя сейчас смотрю, тут как людно, как классно. Прям Суко кипит. На входе есть магазинчик, там можно купить мороженое, водичку, причем недорого. Здесь также работает много разнообразных торговых точек со всеми видами одежды, сувенирчиков. То есть надо, не надо, куча всего, ребят, продают для вас. Бананы по 100 рублей, вообще шикарно. Ну и подарки, самое главное, для своих друзей, которые вы будете покупать. Магазинчики здесь в основном все работают, фрукты, овощи вот здесь советую, прям все хорошо. Классное местечко. И также очень много разнообразных заведений. Печенье просто поесть. Атмосфера прям клевая такая, отдыха. Больше всего радует, что в каждой торговой точке кто-то что-то покупает. Это создает прям классно. И то, что на закате, не я один иду на пляж, еще вот такая с правой стороны полоса людей туда, и остальные чуть обратно. Красота. В этом году заработали с этой стороны все точки, которые были опечатаны. Очень быстро сдали в аренду. И теперь тут еще что-то новое. Я их, честно, еще не снимал, даже не видел. Но, кстати, они не все работают. Не до конца все поснимали. Хотя людей здесь много. Думаю, бизнес бы пошел. Те, кто хочет заработать, приезжают еще. Самое интересное, это девушки в вечерних платьях, которые идут на пляж. Крутяк. Я узнал, девушек выпускной, поэтому они идут в платьях. И мы выходим на пляж. Здесь центральная зона, друзья. Ой, для купания. Последний лучи солнца, интересно, поймаем или нет. Тоже есть разные точки питания. Лежаки здесь по 400 рублей. Есть батут, душ, туалет, переодевалочки, бунгало по 1000 рублей. Косички плетут. О, тут зона отдыха тоже появилась, пользуется популярностью. Ну и галечный пляж. И последние солнечные лучи мы все-таки с вами захватим, друзья мои. Красота. Местный момент, что там вот смена стоит забор, но я вроде смотрю, что люди курсируют вдоль берега, пытаются отгородить кусочек пляжика. Но это вот именно пляж, который считается городской, совсем для вас. Офигеть, мы пришли, ребята. Какова красота. Можно прогуляться в горы, залезть наверх, посмотреть красивый закат оттуда. Это будет еще более интересно. Можно пройти туда, на дикие пляжи. В общем, всегда чистое, прекрасное, классное море, Суко. Собственно, поэтому я вам от души это место и советую, дорогие друзья. Есть прокаты, катамаранов, поесть. Ну, в общем, все, что надо для вашего хорошего, комфортного отдыха. Ну и водичка. Сейчас пощупаем. Ой, какая она сегодня классная. Фантастика. Температура воздуха сегодня была 33 градуса. Сейчас закидываем градусник. Сейчас 39 показывает. И замеряем температуру. Как солнце садится в горы. Территория мне понравилась. Питание вкуснейшее. Номер очень классно выглядит. В общем, все для вашего отдыха придумано. И ценник, в принципе, за такие условия тоже очень хороший. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы. Как вы думаете, как считаете. Мне будет очень интересно услышать их. Дай бог, увидимся на море. Ну и море вам, как всегда, не забывайте подписаться, поставить лайк, и я буду за этим следить. Любой минус тоже хорошо вам.
я это Черт, нет.